Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Видео такое хочу снять, ну как скажем, предостеречь. В общем, смотрите, какая проблема. Родился у меня поросенок с дефектом. Ну или придавили его. Вот посмотрите на это. На это чудо. Видите, да? Сперва он был размерами, как и все остальные. У него сзади кишка вывалилась. Я позвонил Айболиту, и Айболит сказал, как он там, и сказал Айболит, не беда, я зашью тебе эту кишку. Ну, короче, сказал, что толку с него не будет. Расти он перестанет, и зашивание кишки произойти может не раньше, чем через месяц его жизни. И то, это надо будет делать наркоз, и шанс того, что он из-под него выйдет, мизерный. В общем, выбраковать его, да и все. Так о чем видео? В общем, я к чему веду. Не стоит оставлять дефектных поросят в надежде на то, что они каким-то образом в дальнейшем смогут себя как бы быть нормальными. Вот обратите внимание, насколько крупный этот. Это все из одного, оно не сюда, а пороса. И насколько маленький этот маленький дрищ. Ну, в два раза меньше. При этом он кушает точно так, как остальные. Ну, в общем, толку с него не будет. Если он уже в таком маленьком возрасте он не растет, то в дальнейшем бессмысленное его содержание. Эти же поросятки у нас отличные. Отличные поросятки. Уже буквально, я думаю, с недели мы их выставим на продажу. Предыдущих поросят у нас забрали сразу, ну буквально я новый выпуск выложил, грубо говоря, вечером выложил объявление, и утром мне уже к 10 утра их уже забрали. Этих тоже, я думаю, они не задержатся, потому как поросятки отличные. Вот обратите внимание, какие. Илюха, можно тебя попросить, бы я, у меня камера, короче, когда снимает, надо, чтобы чуть-чуть дальше там. Возьми его, чтобы он был, или на, ты поснимай, а я возьму. Сейчас я покажу. Отсчет пошел, да? Ну вот обратите внимание. Какие яйца. Поросята, это им еще 4-я неделя. Они еще как бы даже. Тихо. Тихо. Свиноматка у меня породы мясной и скороспелой. И поросята у нее все в мамочку. Вы сами можете увидеть, какие у них мощные задки, и вообще все они, в принципе, одинакового роста. Единственное, у некоторых поотваливались хвосты. Причем, я так подозреваю, это такое немножко, а ну сюда идите все, немножко дефект породы, потому что в Европе им отрезают, их сразу купируют. А у меня у некоторых остались целых, у некоторых поотлетали. Когда были маленькими, короче, получается, смотришь, как будто придавил хвост. Потом бам-бам, отвалился. Но это не смертельно. Совершенно никак не влияет на их рост и развитие. Еще раз смотрите на чудо поросят. Так что в ближайшее время будем выставлять на продажу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Подожди, еще вот так поснимаем. Смотри, насколько этот меньше. Смотри, как это чинился. Смотри, снимаешь? Да. Разницу видишь? Конечно. Ну так бывает, если какие-то дефекты. Лучше сразу выбраковывать их, да и все. Понятно, что это как бы жалко, там все эти вещи, но оно не стоит. Возня с ним толку не будет. Поэтому, если там был у меня тоже в помете один этот самый. Задние ноги не работают. Ну вот так вот он, как парализованный задние ноги. Не знаю уж, почему так произошло. В общем, мы его сразу дефектовали. Он не мучился. Это же у нас, он, видите, вырос. Причем у него пузо набитое. Вот видно, что он все как бы получает корм. А расти не растет, потому что дефект. Ну, в принципе, все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты.